самый столь приятный момент для нашего общения, когда начинается новый концертный сезон консерватории, и тут сплетаются некоторые традиции, как старые, так и недавно зародившиеся. И старая традиция – это именно 4 сентября, мы всегда начинаем этот сезон благотворительным концертом, когда вся консерваторская публика может прийти и порадоваться и встрече с музыкантами, и между собой также пообщаться. Сегодня именно такой концерт, и замечательные музыканты Сергей Стадлер, Павел Гарцисян, Александр Рам, Александр Чернов представят музыку Чайковского. Это символично и вполне естественно Московская консерватория значит имя Петра Ильича. И вот такой благотворительный концерт – это начало череды общения с публикой именно в таком режиме благотворительности. В частности, сразу могу пригласить 9 числа, это будет День города, и мы в этот день открываем двери для ветеранов, для членов семей тех работников спецслужб российской армии, которые остались на полях сражений, и поэтому как раз внимание приемных членов семей – это наш святой долг. А 8 числа тоже будет особый совершенно концерт, и уже традиционный. Это концерт, который мы проводим совместно с Союзом журналистов, и он посвящен также памяти погибших журналистов. И этот день будет украшен выступлением Евгения Искисина, всемирно известного музыканта, который очень редко играет в России. Вот именно для такого концерта он прервал свои гастроли к нам приедет. Дальше в сентябре будут еще очень интересные встречи. Это открытие хорового фестиваля, посвященного Ивану Григорьевичу Тервину, и 10-летний юбилей нашего факультета исторического и современного исполнительского искусства. Это будет 10 число. Ну, а вот сегодня я заговорил о традициях, и недавняя традиция, уже хранявшаяся, для нас очень приятно. Это то, что наполняет интерьеры большого зала встречами с другим искусством, искусством изобразительным. И совсем недавно, в конце прошлого сезона, вы помните, была замечательная выставка Аркадия Пластова. А вот сегодня мы презентуем здесь выставку из личной коллекции Михаила Григорьевича Сосонко, члена попечительского совета Московской консерватории. И это только начало того вернисажа, который будет иметь продолжение, поскольку консерватория готовит сейчас и другие зоны для вот такого представления изобразительных искусств. Но я очень рад возможности поблагодарить сейчас Михаила Григорьевича за помощь Московской консерватории. Она действительно очень разнообразна. И мы 13 числа, отмечая день рождения консерватории, будем вручать 5 золотых медалей и призы, которые предназначены для старшего поколения московских профессоров. И вот как раз Михаил Григорьевич эту традицию нам позволил реализовать, и таким образом она будет продолжена. Я хотел бы и предоставить слово Михаилу Григорьевичу, чтобы он также обратился с приветствием ко всем здесь собравшимся. Приветствую всех. Ну, очень благодарен Александру Сергеевичу за предоставление площадки и возможность предоставить нашу коллекцию, ну, не коллекцию, какие-то, часть коллекции, которая как раз и показывала, ну, наиболее полно раскрыла всю коллекцию, то есть она достаточно разные вещи, многие совсем не связаны друг с другом, но мне кажется, что получилась хорошая экспозиция, которая украсила вот этот прекрасный зал. Благодарю всех. Маленький анонс я уже сделал. Естественно, что я коснулся только начала сезона, того, что связано с сентябрем. Но я думаю, что не будет трудно узнать и дальнейшие наши перспективы общения, потому что уже вся программа сверстана, она будет удивительно интересна. Поэтому ждем вас всегда и рады видеть вас в этих залах. Спасибо.